Путасу. Путасу. Морская рыба семейства тресковых, очень красивая, серебристая, с фиолетовой спинкой, обитающая в основном в северо-восточных районах Атлантики от Исландии до Средиземного моря. У нас встречается преимущественно в западных водах Баренцева моря. Путасу обитает довольно глубоко, в толще воды или у дна на глубине более 500 метров. Размеры этой рыбы сильно зависят от региона ее обитания. Северные особи значительно меньше своих южных родичей. Северная путасу в длину имеет не более 35 сантиметров и весит не более 400 граммов. Южные особи в длину достигают более полуметра и набирают вес более килограмма. Встречается также в некоторых антарктических районах. Польза путасу для организма обусловлена ее составом. Состав. Путасу является прекрасным диетическим продуктом благодаря малому количеству жира в составе и обилию высококачественного легкоусвояемого белка с высоким содержанием аминокислот. Жир входит в состав путасу в малом количестве, всего порядка одного, что позволяет отнести ее к нежирным сортам рыбы. Путасу относится к нежирным сортам рыбы помимо белка, на долю которого приходится около 17%, и жира, в составе присутствует вода, зольные вещества, витамины Е, Е, Д, йод, фосфор, магний, кальций, марганец, натрий и сера. Особо богата витаминами печень путасу, высокое содержание в печени витамина А оказывает общеукрепляющее и профилактическое действие, повышает регенерацию тканей, способствует обновлению кожных покровов, заживлению ран и язв, а также повышает сопротивляемость организма к заболеваниям органов дыхания. Является прекрасным антиоксидантом, замедляет процессы старения. Жареная путасу – вариант вкусного и недорогого ужина. Витамин D, также входящий в состав путасу, особенно полезен детям, он предупреждает развитие рахита и позволяет усваиваться кальцию. Калорийность путасу составляет всего 82 килокалорий на 100 граммов, что позволяет включать ее в диетический рацион без риска поправиться. Что приготовить из путасу? Несмотря на довольно большое количество костей и связанные с этим сложности в готовке, путасу является очень вкусной рыбой. Особенно хороша она в свежем виде, вареная или жареная. Отлично подходит для супов, горячих блюд, холодных закусок, заливного. Из путасу готовят рыбный фарш и основу для рыбных полуфабрикатов, сухие закуски и снеки. Печень отдельно часто используют для производства рыбных консервов. Рыба путасу совсем недорогая, но весьма полезная и питательная, поэтому ее часто используют также для кормления домашних животных или для технических целей, например, для производства удобрений.